пари матч және сыр арқа жеңіске қуатталған. Подводим итоги матча. Ну и с нами рядом главный тренер хоккейного клуба «Сыр арқа» Петерис Кудра. Петерис, ну две такие, можно сказать, похожие игры результативности в плане. Ну в целом ваша оценка, ваши комментарии. Ну, хорошие матчи. Наверное, опять же, все тоже реализация моментов. Мы, конечно, должны этой команде смешной забивать намного больше, чем 9 голов. Но, не знаю, тут многие какую-то рекламу Павлодару делают, но вообще ничего не увидел, за что зацепиться. Скажите, пожалуйста, тем не менее матч такой немножко в конце на грубость перешел, все-таки какая-то друг другу что-то накопилось у парней? Нет, это и показывает уровень Павлодара, что явная грубость, явные такие какие-то грязные вещи в конце игры, это просто, знаете, для меня это, ну, для меня это смешно. Это в первую очередь показывает уровень тренерского штаба, да, где ты должен выходить и уметь играть до конца, да. А вот то, что было последние 3-4 минуты, ну, это просто смешно. Вы имеете в виду, когда потасовки на льду или что-то у вас здесь на тренерском? Просто грязные приемы в колено, сзади, там, прыгать там на кого-то, да. Ну, такие дешевые вещи. Тем не менее, Иртыш во втором периоде дал бой, и там, если считать только второй отрезок, 2-2 там было. Боя не было, еще раз говорю, мы должны забивать по 10 голов были во втором периоде. Реализация наших моментов, она безобразна. Да, мы создаем столько моментов и так слабо завершение играем, да, поэтому это не бой, это была игра в одной зоне, да, и, да. Две наши ошибки противник реализовал, вопросов нет. Но это не бой, это, знаете, так, игры кошки-мышки для нас. Ну, заключительный вопрос такой, из двух маленьких состоит. Сегодня дебютировал Герман Шапарев. Оценка, не оценка. Ну и второй, все-таки, ну вот, если не бой был, но вот вы говорите, реализация вопроса есть. Это поправимо, как вы считаете? Не, это рабочий момент, мы работаем над этим. Нам, во-первых, мы играем на высоких скоростях. Конечно, мы понимаем, что когда мы заставляем ребят быстро принимать решения, качество исполнения будет хромать. Но мы будем продолжать это улучшать, мы не будем сбавлять обороты, это однозначно. Что касается Германа Шапорова, что ему пока тяжело понять нашу философию. Он тоже приходит с организацией, где все делалось пешком, и его приход здесь для него... Его такая серьезная проверка, сможет ли он подстроиться под наш стиль, быть, скажем так, боевой единицей. Спасибо, желаем удачи. Ну, проиграли две игры. У нас как бы команда почти собрана из местных воспитанников, чем не может похвастаться «Сыр арқа». Ну, набрали более опытных россиян и блатуют, по лиге ходят. Ну а лично Петерису Скудре могу передать. Если бы он мне в лицо бы такое сказал, в «Сыр арқа» был бы другой тренер. Итак, какие комментарии? Ну, просто блатные, ну не блатные, как бы более опытные ребята, можем пройти и сказать, КХЛ, ВХЛ, обыграли детей и радуются, ходят. Никаких установок драки у нас не было. И то, что там, ну, говорит, ну, это бред. Ребята столкнулись, подрались, это хоккей. Эмоции перехлестнули. У нас задача вырастить молодежь, воспитать местных воспитанников, поднять, дать им шанс в большом хоккее. Как бы так. Ну, я знаю, что, ну, как бы у нас практически 50% игроков, ну, а тут 1-2.